Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. 12 ряд. Выполняем вот эту нашу группу столбиков. Соединительная в следующий столбик. Соединительная в арку одной петли. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик, с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 1 воздушная петля. Рельефный лицевой вокруг рельефного лицевого. 1 воздушная, 2 столбика в следующую арку одной воздушной петли. 1 разделение между вот этими группами столбиков у нас будет 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И уже в следующую арку одной воздушной провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. 1 воздушная, рельефный лицевой, 1 воздушная, 2 столбика с накидом в арку одной воздушной. Здесь выполняем 2 воздушные. Провязываем вот эти 2 рельефных столбика с одним накидом вокруг следующего рельефный и вокруг следующего рельефный лицевой. Здесь у нас также 2 воздушные. В следующую арку 2 воздушных после первого столбика без накида провязываем столбик без накида. 2 воздушные, столбик без накида в следующую арку. 2 воздушные и 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Две воздушные. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Провязываем 2 вот такие наши группы столбиков и между ними 5 воздушных петель. Вяжем так ряд до конца. 13 ряд. Сейчас провязываем вот эти наши столбики. Соединительная петля в следующий столбик и соединительная петля в арку одной петли. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 1 воздушная, рельефный лицевой вокруг следующего рельефного столбика. 1 воздушная, 2 столбика с одним накидом в арку одной воздушной. Здесь сразу же в следующую арку из 5 петель провязываем 9 столбиков с накидом. Накид и провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик с одним накидом. Затем в арку одной воздушной петли мы уже провязываем 2 столбика с накидом. Одна воздушная, рельефный лицевой вокруг следующего рельефного лицевого. 1 воздушная, 2 столбика с накидом в арку одной воздушной петли. В этом месте 2 воздушные. Провязываем 2 рельефных лицевых столбика. Две воздушные. И здесь у нас осталась 1 арка посередине. Мы в нее провязываем столбик без накида. 2 воздушные. 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом.
2 воздушные. И у нас уже раппорт повторяется. Провязываем группу столбиков, 9 столбиков с накидом и опять вот эта группа столбиков. Вяжем так ряд до конца. 14 ряд. Провязываем вот эту группу столбиков. Сейчас у нас соединительная в следующий столбик. Соединительная в арку одной воздушной петли. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку одной воздушной петли. 1 воздушная, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг рельефного столбика. 1 воздушная, 2 столбика с одним накидом в арку одной воздушной петли. В этом месте у нас идет 9 столбиков, и мы здесь провязываем 9 рельефных изнаночных столбиков с одним накидом. И везде по одной воздушной. После вот этой группы столбиков также у нас 1 воздушная, накид. И уже вот эти 2 мы, конечно, пропускаем. И здесь, где 9 столбиков, вот так сзади наперед вставляем крючок и провязываем 9 столбиков. Первый рельефный изнаночный. 1 воздушная, опять сзади наперед вокруг следующего вставляем и провязываем изнаночный столбик. 1 воздушная, и так провязываем 9 столбиков с одним накидом, рельефные изнаночные и по одной воздушной петле между всеми столбиками. Провязали все 9 столбиков изнаночные, по одной воздушной. После последнего столбика у нас также 1 воздушная петля. И здесь провязываем вот эти наши столбики. 2 столбика с одним накидом в арку одной воздушной петли. 1 воздушная, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг рельефного столбика. 1 воздушная. 2 столбика с одним накидом в арку одной воздушной. Здесь у нас 2 воздушные петли. Провязываем 2 рельефных лицевых столбика. И здесь у нас 2 воздушные петли. Вот это все дело мы пропускаем, и здесь уже провязываем 2 столбика рельефные лицевые. Две воздушные. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Провязываем вот эти наши группы столбиков. И тут по одной воздушной петле и 9 изнаночных столбиков. Вяжем так ряд до конца. 15 ряд. Соединительная петля в следующий столбик, соединительная петля в арку одной воздушной петли и провязываем вот эти наши столбики как обычно. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с накидом, столбик с накидом сюда же в эту же арку, 1 воздушная, рельефный лицевой столбик, 1 воздушная, 2 столбика с накидом в следующую арку одной воздушной. В этом месте провязываем все то же самое, что вязали в предыдущем ряду, только делаем теперь 2 воздушные петли. Раз, два, накид, и уже вокруг следующего изнаночного столбика провязываем изнаночный столбик. Две воздушные, изнаночный столбик вокруг следующего столбика.
Итак, провязываем здесь вот эти все столбики, изнаночные с одним накидом и по 2 воздушные петли между всеми этими столбиками. Провязали последний 9-й изнаночный столбик. Вот что у нас здесь получается. Затем у нас также 2 воздушные петли. Здесь мы провязываем опять вот эти наши группы столбиков. В арку 1 воздушной петли 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная, рельефно-лицевой вокруг следующего столбика рельефного лицевого. 1 воздушная. 2 столбика с накидом в арку 1 воздушной петли. Здесь у нас 2 воздушные. Провязываем 2 столбика рельефные лицевые. Первый и второй. Затем вот эту арку 2 петель мы пропускаем, и у нас уже здесь мы опять повторяем вот эти наши столбики, то есть сразу же опять 2 столбика рельефные лицевые с одним накидом. Две воздушные. И здесь у нас уже раппорт повторяется, провязываем вот эти наши группы столбиков. И здесь 9 столбиков изнаночные и везде по 2 воздушные петли. Вяжем так ряд до конца. 16-й ряд. Соединительная петля в следующий столбик, соединительная петля в арку 1 воздушной петли и выполняем вот эту нашу группу столбиков. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом сюда же в эту же арку, 1 воздушная петля, рельефный лицевой столбик вокруг следующего столбика, 1 воздушная, 2 столбика с одним накидом в арку 1 воздушной петли, 2 воздушные петли и вокруг следующего изнаночного столбика провязываем попкорн из 4 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Делаем накид, вставляем крючок вокруг следующего столбика. Провязываем столбик с одним накидом, который получается рельефный лицевой. Первый, всего 4 провязываем. Второй столбик вокруг этого же столбика. Накид, третий столбик. И четвертый рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же столбика. Провязали 4 столбика вокруг одного. Теперь вытягиваем немножко петлю. Вставляем крючок в самый первый из этих 4 столбиков. Цепляем нашу вот эту рабочую петлю и протягиваем ее уже через этот первый столбик. И вот у нас получился попкорн из 4 столбиков. Теперь выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3. Вокруг следующего столбика также провязываем 4 столбика, рельефные лицевые с одним накидом и закрываем их в попкорн. Первый, второй, третий и четвертый рельефный столбик. Вытягиваем петлю и закрываем с первым столбиком. Попкорн. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Итак, я провяжу здесь, получается, 9 попкорнов и по 3 воздушные петли. Когда я закончу вот здесь вот это место, я вернусь. Провязали 9 попкорнов и по 3 воздушные между ними. После последнего попкорна выполняем 2 воздушные петли.
в следующую арку одной воздушной петли. Мы здесь уже провязываем наши вот эти столбики, 2 столбика с накидом, 1 воздушная, рельефный лицевой столбик с одним накидом, 1 воздушная, 2 столбика в арку одной воздушной петли, 2 воздушные. Следующий столбик рельефный лицевой провязываем рельефный лицевой с одним накидом. Вот эти 2 столбика в центре мы провязываем вместе с общей вершиной. Накид. Вокруг следующего столбика провязываем незавершенный столбик рельефный лицевой. Накид. Вокруг следующего также незавершенный. И теперь закрываем вместе. Вокруг следующего столбика провязываем рельефный лицевой. Вот так у нас здесь получается. Теперь у нас 2 воздушные петли. И раппорт повторяется. Провязываем вот эту полоску, 2 воздушные, 9 попкорнов и по 3 воздушные между ними. Вяжем так ряд до конца. 17 ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку одной воздушной петли. И здесь провязываем вот эти наши столбики. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 1 воздушная. Рельефный столбик вокруг следующего рельефного столбика. 1 воздушная. 2 столбика в арку одной воздушной петли. 2 воздушные петли и в следующую арку 3 воздушных после первого попкорна провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В следующую арку также 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Итак, провязываем все вот это место. В каждую арку 3 петель провязываем 3 столбика с накидом. И здесь я вернусь. Итак, я провязал здесь все столбики. Получилось 8 групп по 3 столбика. После последних 3 столбиков выполняем 2 воздушные. И здесь провязываем вот эти наши столбики. В арку 1 воздушной 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная, рельефный лицевой вокруг рельефного лицевого, 1 воздушная, 2 столбика с накидом в арку 1 воздушной петли, 2 воздушные, и здесь провязываем рельефный столбик с одним накидом незавершенный вокруг следующего столбика. Столбик не до конца провязываем. Вот эти 2 столбика вместе мы пропускаем и вокруг следующего столбика провязываем столбик с одним накидом рельефный лицевой незавершенный. И теперь закрываем вместе. Вот так. Здесь выполняем также 2 воздушные петли. И тут у нас уже раппорт повторяется. Провязываем вот эти наши группы столбиков, 2 петли и в каждую арку 3 петель по 3 столбика с накидом. Вяжем так ряд до конца. 18 ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку 1 воздушной петли. И здесь провязываем вот эти наши столбики, как обычно. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же. 1 воздушная, рельефный лицевой, 1 воздушная, 2 столбика с одним накидом в арку 1 воздушной петли, 2 воздушные,
И тут провязываем изнаночные столбики с одним накидом вокруг каждого столбика, вот как здесь мы вязали. И по одной воздушной петле между всеми столбиками. Накид вокруг следующего. Сзади наперед вставляем крючок, цепляем столбик, толкаем его назад, цепляем нить и провязываем столбик с накидом. Получается у нас рельефный изнаночный, одна воздушная петля, рельефный изнаночный вокруг следующего столбика. Одна воздушная петля. Итак, я провяжу сейчас вот это место вот до сюда, и здесь я вернусь. Итак, провязали здесь вот эти все столбики. Теперь после последнего столбика выполняем 2 воздушные петли. И уже здесь провязываем вот эти наши столбики. В арку одной петли 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная, рельефный лицевой вокруг следующего рельефного лицевого. Одна воздушная, 2 столбика с одним накидом в арку одной воздушной. Здесь выполняем 2 воздушные петли. И вот это все дело мы пропускаем. И здесь у нас уже раппорт повторяется, мы провязываем вот эти наши столбики. Все, вяжем таким образом ряд до конца. 19 ряд. Соединительная петля в следующий столбик. Соединительная петля в арку одной воздушной петли. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Одна воздушная, рельефный лицевой. То есть все то же самое здесь провязываем. Одна воздушная, 2 столбика в арку одной воздушной. Две воздушные петли. И здесь провязываем то же самое, что в предыдущем ряду вязали. Накид, рельефный изнаночный столбик с одним накидом вокруг следующего изнаночного столбика. И одна воздушная петля точно так же. Изнаночный вокруг следующего. И опять одна воздушная. Сейчас вот это место провяжу, и вот здесь я вернусь. Итак, провязали здесь вот эти все столбики. После последнего столбика 2 воздушные петли. И здесь провязываем вот эти наши столбики. В арку одной воздушной петли провязываем 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная, рельефный лицевой вокруг следующего рельефного столбика. Одна воздушная, 2 столбика с накидом в арку одной воздушной петли. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Мы вот эту арку пропускаем, и тут сразу же опять провязываем вот эти наши столбики. И здесь 2 петли, все вот эти столбики изнаночные, и по одной воздушной между ними. Вяжем так ряд до конца. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. И поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!